указав в Коране праведную Марьям как пример совершеннейшего нрава и глубины веры для всех поколений. Воистину Аллах избрал тебя, очистил в вере и возвысил над женщинами миров. Аллах, ниспослав нам в Коране описание жизни праведной Марьям, показал всем нам образ истинного мусульманки в образе истинно уверовавшей женщины, чья жизнь и нравственный облик угодны Всевышнему. Ясно видно, что женщина ответственна перед Аллахом в той же степени, что и мужчина за соблюдение единых нравственных законов. Каждый человек должен всем сердцем предать себя служению Богу в самом широком понимании, совершенствуя свою душу и помня о том, что только Аллаху ведомы все наши самые сокровенные мысли. Истинно мусульмане и мусульманки, верующие мужчины и верующие женщины, сердцем обратившиеся к Аллаху мужчины и женщины, верные мужчины и верные женщины, стойкие в терпении мужчины и стойкие в терпении женщины, с трепетом боящиеся Господа мужчины и с трепетом боящиеся Господа женщины, дающие милостыню мужчины и дающие милостыню женщины, постящиеся мужчины и постящиеся женщины, хранящие свою честь мужчины и хранящие свою честь женщины, много поминающие Аллаха мужчины и много поминающие Аллаха женщины, это для них Аллах уготовил прощение и великую награду.